Я сейчас скажу вещь, которую я понял несколько дней назад, и я впервые ее озвучу. После переговоров Макрона с Путиным, после возвращения российской делегации в ПАСЕ, после шагов о снятии, после разговоров о снятии санкций с Россией, после того, что я вижу протесты, какие в той же Франции, желтых жилетов, после того, что я вижу, что творится с мигрантами во Франции, в Италии, в Париже, в Риме, например, я вам скажу, что я уже не хочу в Евросоюз. Я не хочу больше в Евросоюз. Я хочу, чтобы Украина была страной с нейтральным статусом. Нам никто не нужен. Мы в состоянии хорошо жить сами. Угу. И это, кстати, вопрос, может быть, даже ключевой в противоречиях с Российской Федерацией. Потому что тот же Путин буквально прямо говорил, ваше стремление в НАТО принесет вам проблемы, которые мы получили, так или иначе. Может быть, стоит вот в этом направлении, о котором вы сейчас сказали, начать мыслить? Может быть, в этом направлении стоит начать двигаться, чтобы проблемы, которые у нас сегодня есть, начать решать так, как это делают во Франции?